Отличная погодка, правда, Бруни? Малыш, стой! Куда же ты? Саламандра находит волшебный холодильник. Что же за дверью? Выберем оттенок синяя шерсть. Расчешем. Бруни готов к новому образу. А вот и стильный ирокез. Уложим. Начертим полоску. Рокерский ошейник. Малыша не узнать. Бруни, малыш! Где же он? Пропал. А вот ты где? Бруни. Девочки, смотрите. Ты сменил стиль? Yeah. Крутой ирокез. Пойдем за ним. Бруни ведет ребят к порталу. Ого, портал закрылся. Остановка. А вот и холодильник. Забираем. Стойте, там наши друзья. Не плачь, мы их отыщем. Ю-ху, приключения. Один американо. Сейчас будет. Доставка холодильника. Thanks. Я помогу дотащить. Okay. И взяли. Теперь можно охлаждать напитки. Приветик. Hey. Ты откуда взялась? Что за наряд? Такое сейчас не в тренде. Excuse me, what? No. Как холодно. Давай помогу струсить. Thank you. Крутая девчонка. Yes. Останешься с нами в компашке? Легко. Но нужно сменить твой стиль. Okay. Лалилу, я кое-что припас в чехле. Ткани нам пригодятся. Используем швейную машинку. Возьмем фольгу. Серебристый корсет. Эльза, можешь переодеваться. Okay. Нужно больше аксессуаров. Чокер из цепей. Затонируем пряди. Вау, полный отпад! Thank you. Let's go. Yeah. Знакомься, моя группа. Hello there. Приветик, хочешь зажечь с нами? Yeah. Yeah, baby, yeah. Ты неотразима. Thank you. Погнали со мной на свидание. Okay. Полный вперед. Хочу показать тебе кое-что особенное. Секундочку. Укулеле. Это все проделки ребят. Наколдую тебе гитару. Захватим стержень. Расплавим массу. Вырежем силуэт. Украсим сосульками. Несколько булавок. Прикрепим бусинки. Натянем струны. Ледяная гитара выглядит великолепно. Полюбуйся. Она шикарна! Вот это эксклюзив! Сыграй что-то, а я подхвачу. Okay. Деньги льются рекой. Кто же это проехал? Бедная Эльза. Малыш Бруно. Эй, что-то случилось? Сестричка пропала. Поехали, поможем в поиске. Но сначала салон красоты. Нужен современный образ. Okay. Сменим ваш стиль, проходите. Окей. С чего начнем? Захватим образец ткани. Любопытно. Отрезок побольше. Вырежем юбку. Распишем узорами. Яркие акценты. Стянем подъюбник. Атласная блуза. Нужны аксессуары. Yes. Возьмем обруч. Анна преобразилась. Модная милашка. Thank you. Ну как вам? Вау, шикарный лук. Невероятная! Я тоже так хочу. Хм. Как это использовать? Ауч, застрял! Помогите! Олаф, осторожно! Ты в порядке? Не уверен. Баклажан вместо морковки. Эффектно. Ты красавчик в любом образе. Yes. Нужен подходящий лук.
Мне идет? Олаф, не увлекайся. Ладно, шучу. Заживляющая мазь на носик. Эх, а я успел привыкнуть. Спасибо, девочки. Goodbye. Нам нужны крутые постеры. В фотобудку. Супер. Увеличим. Добавим надпись. Приклеим к картону. Вставим люверсы. Отрежем шнур. Держи, дедуля. Так эффектнее. Не пропустите выступление рок-звезды Эльзы. Ты это слышал? Yeah. Ребята видят знакомую прическу. Не может быть! Эльза, это ты? Ну да, концерт Эльзы. Моя сестра рок-звезда? Yes. Круто! Мы должны туда попасть. Смотри, Эльза на сцене. Эльза! Эльза! Hi. Привет, красотка! Это вам? Спасибочки. Huh? What? Что здесь происходит? Милая, ты все не так поняла. Удачи, голубки, я ухожу. О-оу. Возьмем лампочку. Набор пластилина. Выберем цвет. Вылепим ручки. Затонируем черным. Нужны лапки. Милые глазки. Захватим пастель. Румянец от мороза. С пингвином на льду чувствуешь себя уверенней. О, это ведь мой любимый. Как я могла забыть про него? Эльза, я так рад тебя видеть. Не ушибся? No. Ты как? Пока ты рядом, замечательно. Эльза, ой. Вставай, приятель. Пингвин поможет не упасть. Ура! Получается! Yay! Загадаем желание. Разрежем палочку. Соединим детали. Выберем скотч. Украсим деревяшку. Упакуем. Можно мне? Yes! Обожаю фейерверки! Еще не пришел? No. Пришли! Можно сделать заказ? Конечно, минутку. Okay. Ты за мной шпионишь? Еще чего? О-оу, так дело не пойдет. Девочки, не ссорьтесь, сейчас будет веселье. Торт с фейерверками. Супер. Осторожно. Олаф. А кто убирать будет? Что нас ждет внутри? Возьмем трубочку. Посеребрим. Ставим механизм. Портативный пылесос поможет справиться с уборкой. Ишь, какой бардак устроили. Ай-яй-яй. Нужно срочно собрать Олафа. Yes. Что же это такое? Извините, это нашего друга. Oh. Низ у меня. Фу, я цел. А носик? Куда же он делся? Хот-дог сойдет. Пахнет горчицей. У вас в пылесосе морковка. Позвольте. Okay. Олаф, держи. Ну, наконец-то. Лего-детальки. Достанем шпажку. Закрепим по бокам. Накроем камушком. Пройдемся кистью. Квадрокоптер на пульте управления. Вау, вот это да! Крутая штука! Вы что, никогда не видели квадрокоптер? No. Давай меняться. Предлагаем воздушного змея. По рукам? Okay. Всегда мечтал о таком. Ну-ка, запустим. Стой, помедленней. Догоняй его. Не будем им мешать. Yes. Сестрички проводят время вместе. О нет, воришка! Hey! Это мое! Больше нет!
Моя любимая пудра разбилась. Не плачь, сестренка, купим новую косметику. Где же магазин? Косметика от Лалилу. То, что нужно. Выберем подходящий контейнер. Краска. Точно, в белом будет лучше. Вырежем полоску. Вставим колечко внутрь. Серебристая пудра. Велюр плюс кружочек равен пуховка. Соберем пудреницу. Захватим ленту. Трубочки. Заполним волшебную капсулу. Пуск. Золотая помада. Подчеркнув красоту каждого. Ого, сколько всего! Что же выбрать? Какие оттенки ищем? Мне нравится золото. А вы? Серебро. У нас есть все. Пойдем. Это золотая помада. Хочу. А вам подойдет серебряная пудра. Протестируем. Грузовик разнес весь глиттер. Используем шаблон. Прошьем облегающий крой. Расплавим лед. Готово. Подготовим шаблон. Изящная блуза. Блестящий корсет. Захватим ткань. Стянем шлейф. Роскошный наряд. Возьмем серебристую ленту. Украсим косичку. Эльза, ты просто ослепительна. Yes. Что со мной стало? Это волшебная пудра. Она преображает. Wow. Ты выглядишь потрясающе. А как насчет моей помады? Она стала золотой. Шикарный образ, милая. Thank you. Эта линия пользуется огромным успехом. Всем приветик. Оно, Эльзо! Соберете меня? Как обычно. Сейчас поможем. Вас должен увидеть весь Эрендел. А что еще я могу? Проверим. Куст стал золотым. Круто. Красотки, приглашаю на фотосессию. За мной. Присаживайтесь по очереди. Я первая. Серебряный трон мне больше подходит. Вот это да! Лучше в золоте. Что за шум? Привет, малыш. Выберем нового персонажа. Соберем фигурку. Милашка Саламандра. Покроем прозрачным лаком. Понравилась краска? Позолотим тебя. Золотая Саламандра Бруни, яркий малыш. Ну и дела. Good boy. Прыг в фонтан. Назовем его Бруни. Yes. Бруни, нет. Промокли до нитки. Девочки, вы где? Чистое золото. Обменяете шишку на деньги? No. Такое не принимаем. Ну и зря. Что может быть лучше горячей ванны? Пена через край. А кто убирать будет? Так уж и быть, поможем. Срежем лишнее. Сменим цвет. Баллончик. Обклеим ванночку. Кованые ножки. Фурнитура класса люкс. Вперед, греться.
Наконец-то дома. Я успела замерзнуть. Бедняжка, я наберу ванну. О, да, тепленько. Спасибо, сестренка. Моя очередь. Кипяток. Лучше со льдом. Другое дело. Эй, Анна, лови. Пора переодеваться. Пойдем. Ушли? И мне не помешает охладиться. Возьмем лист. Лали-кадабра. Получился блестящий картон. Захватим салфетку. Фен за работу. Отправляется в пачку. Украсим полубусинками. Возьмем грифель. Приклеим этикетку. Спрей для носа. Насморк, прощай навсегда. Как же мне плохо. Приветик. Заболела? Есть температура? Горячий лоб. Все будет хорошо, не переживай. А где? Салфеточки. Сестренка, используй спрей. Спасибочки. Снова золото. Вдруг примут на обмен. Вам золото, мне деньги. Такое мы тоже не принимаем. Окей. Аист несет детишек. Ага. Снова воришка. Отдай. Попробуй отбери. Что за шум? Олаф, бедненький, мы тебя соберем. Что в свертке? Кто тут у нас? Два пупсика. Преобразим крошек. Еще ярче. Крошке нужно золото. Нарисуем Боди. А вторая детка? Это тебе. Thank you. Серебряная пустышка. Перекрасим наряд. Глиттер. Серебро и золото. Детки. Я позабочусь о серебряной крошке. А я о золотой. Я тоже хочу понянчить. В семье пополнение. Сложим семейный портрет. Начертим развертку. Nice. Появился принт. Соберем коробочку. Пушистое облачко. Получился фетр. Наметим выкройки. Склеим памперсы. Сменные подгузники для необычных деток. Наконец-то мы дома. Крошкам пора вздремнуть. Баю-бай. Спите сладко, а мы по делам. Я присмотрю за ними. Спасибо, Олаф. Без проблем. Что за шум? Хотите поиграть? Пора сменить подгузники. Так-так. Вот это я молодец. Теперь можете играть. Опять менять памперс. Есть идейка. Спасибо, Олаф. Дальше мы. Примите на обмен это. Сэр, вам запрещено приближаться к ломбарду. Меня тут не было.
серебристая парча. Пройдемся лаком, отрежем полосу, распустим на нити. Осталась упаковка, вырежем распечатку. Закрепим внутри. Накладные трессы украсят прически сестричек. Анна с Эльзой приходит в салон красоты. Здесь так красиво. Hi. Добро пожаловать. Присаживайтесь. Нужно преобразиться. Начнем с причесок. Укладку. Мне, я так устал с детками. Нет, стойте! Что это, трессы? Какие бы выбрать? Хочу все. Мне идет? Олаф. Красавчик. Захватим картон, увеличим. Приложим шаблон. Вырежем заготовки. Проделаем отверстие. Склеим половинки. Перекладина. Моток шпагата. Натянем шнуры. Фотостенд с памятными снимками. Давно пора это сделать. Развесим наши фотографии. Красота! Yes. Тебе помочь? Дополним фотостенд. Okay. С удовольствием. Сюда и сюда. Супер! Поможете мамам? Замечательно получилось. Согласна. Лови, Анна. Заберем один шарик. Цветные кусочки. Шерсть. Вау, какая пушистая. На шарик нанесем термоклей. Язычки пламени. Улыбка. Милый огонек. Анна и Эльза гуляют по городу. Смотри, в прокате Барби. А что еще есть? Марио, идем? Не хочу. Стихии. Let's go. Огонек тоже собрался в кино. Полный зал. Hi. Олаф, и ты здесь? Приятного просмотра. Thank you. Как интересно. А что это происходит? Огонек на экране. Что с вами, девчонки? Манекен. Изящный алый атлас. Прикладываем детали, обводим, вырезаем. Сшиваем на машинке. Надеваем. В сундучке драгоценности. Вау, огненный градиент. Магия Лалилу, новый материал органза. Из блесток получилось пламя. Wow. Хочу примерить. Прекрасный образ. Огненная Анна выглядит превосходно. Какую силу я получила? О, Эльза, какой он милашка! Анна тоже решила воспользоваться новыми способностями. Спасайтесь! О нет, я не контролирую силу. Не волнуйся, я все исправлю. От меня одни неприятности. Анна, стой! Что в косметичке? Помадка. Крышечка пригодится. Возьмем деревянную катушку. Распилим предмет. Металлический конус послужит соплом. Ставим на высокий цилиндр. При возгораниях без огнетушителя не обойтись. Что происходит? Как жарко! О, водичка! Что же делать? Hi. Hello.
Здесь точно найдется, что попить. Вот и бутылочка с водой. О, снова все горит. Сейчас управимся. Без паники. Спасибо за водичку. Хорошего дня. Ух ты, снежок. Растопим его. Воздушный пластилин. Получился шарик. Подровняем. Оформим личико. Отлично заменяет носик. Возьмем проводок, скрутим. Закрепим ручки. Распылим краску. Покроем лаком. У Олафа тоже новые способности. О, Анна, привет! Ой, я из водички. Анна, где ты, сестра? И ты превратился. А мне так нравится! Ух ты, я и так умею. Хватит играться, мы ищем Анну. Эльза, это же так весело. Всегда мечтал стать скульптурой рыбки. Олаф, хватит уже. Что-то голова разболелась. Эльза, я снова собрался. Нам надо спасать Анну. Слепим фигурку. Ха, хвостик. Это лапки. Смастерим голову. Получились глазки. Крепим голову к телу. Выкладываем гель-лаком язычки пламени. Отлично дополняют образ зверька. Разведем краску в гель-лаке. Тщательно перемешаем. Просушим. Привет, огненный Бруни. Прибежала расстроенная Анна. Что со мной происходит? Кто там? Ласковый зверек заполз Анне на ручки. Какой хорошенький! Бруни воспламенился. Малыш владеет магией огня. Спускайся, малыш. Спасибо, что развеселил меня. Жить с огненной силой можно. Пойду погуляю. А саламандра вновь стала обычным. Пластиковый контейнер. Блестящий фоамиран. Рисуем эскиз. Собираем детали. Крепим огоньки к контейнеру. Вау, яблочко! Послужит в качестве ножек. Пара вентилей. Ванна в стиле огненной Анны. Мне жарко. Как охладиться, если я испаряю воду? Мне это надоело. Анна наколдовала себе огненную ванну. Отлично. Ох, хорошо в пенке полежать. Пенка от тепла быстро растворилась. Чем тебе помочь? Мне надо остыть. Держи. Лед быстро тает, но Анна успела охладиться. Щу. Мне гораздо лучше. Баночка-сердечко пригодится. Вырежем стразы. Мастерим подушку сердца. Вау, снежинка. Огонек, поможешь? Фигурка расколота. Серебристые цепочки. Прячем кулоны в шкатулку. Очаровательные парные украшения. Эльза и Олаф пришли искать помощи. Что случилось? Анна! Ее надо спасать. Я помогу вам. Друзья, вы знаете, что делать. Тролли пошли в тайник. Оу, волшебный сундук.
Выбери предмет, слушай сердце. Окей. Эта шкатулка мне нравится. Нужно надеть украшение и соединить половинки. Thank you. Мы пришли тебя спасти. Я нашла волшебное средство. Надевай. Сестры надели кулоны и соединили снежинку. Волшебство не сработало. Как же так? Почему не получилось? Я останусь такой навсегда. Анна, я всегда буду любить тебя. Неужели перевоплощение сестер необратимо? Лист картона. Еще деталь. Соберем развертку. Наклейки. В жаркую погоду кондиционер спасает. После таких приключений отдых не помешает. Ой, что-то мне прохладно. А мне жарко. Кондиционер спасет. Теперь должно быть хорошо. Мне все еще холодно. Так душно. Отдай пульт. Мы сами настроим режим. Отдавай. Подул теплый воздух. Ей теперь хорошо, а Эльзе не очень. Надо попрохладнее сделать. Сестры снова стали прежними. Ура, Анна! Я стала собой. Крафтовый картон. Коричневый фетр прикрепим сверху. Тролли, мы одолжим камушки. Хворост. Яркая бумага тишью. Вау, огоньки! Собираем пламя. Рядом с костром всегда так уютно. Эльза и Анна отправились на пикник. Олаф, конечно же, с ними. Прекрасный отдых. Поддерживаю. Ой, ветер холодный. У меня есть идея. Good. Эльза собрала хворост. Девчонки разожгли костер. Теперь снова тепло. Пожарим маршмеллоу. Давай помогу. Жареный зефир очень вкусный. В костре появилось какое-то существо. О, бежим! Они не хотят снова превратиться.